crumbling. Сейчас вашему вниманию будет представлена страна Армения, символом которой принято считать гору Арарат. История Армении полна необыкновенных событий, а среди армян немало выдающихся личностей, чьи имена навеки вписаны не только в историю, но и в историю всего мира. Немногим известно, что столица Армении считается одним из самых древних городов на планете. Первые упоминания о Ереване датируются 1 веком до нашей эры. Давайте познакомимся с этой удивительной страной поближе. Встречайте студентов РГУТИС!